Здравствуйте, меня зовут Денис, с вами компания Лесобаза РФ, и сегодня мы поговорим про напольный плинтус. Ремонт практически закончен, стены покрашены, отделка потолков сделаны, полы смонтированы. Остается самый последний этап – установка плинтусов и наличников. А этап это очень важный, ведь именно финишная отделка декоративных элементов является украшением, скрывает мелкие изъяны ремонта, закрывает стыки и щели. Многие наши заказчики приходят к нам с вопросом, какие же плинтуса можно установить в доме из бревна. А вопрос этот, как ни странно, оказывается очень актуальным, так как интересные предложения в Москве практически отсутствуют. Немногие умельцы на объекте самостоятельно делают интересные столярные плинтуса. Но скажем как есть, столяры редко занимаются плотницкой работой, предпочитая лестницы, мебель и другие более высокооплачиваемые услуги, чем установка плинтусов. А если посмотреть на рынок деревянных изделий, декоративных элементов много, но в основном это пластик, а также лепнинные изделия. Мастера по дереву особо не заморачиваются, продают обычный плинтус и галтель и редко сапожок высотой 50-60 мм. Мы в компании Лесобаза РФ любим, когда все красиво, а вот в отделке простыми плинтусами, галтелями и сапожками нам, как и нашим заказчикам, тоже не очень нравится. Пробовали мы разные способы, делали плинтуса на пол из планкена и обычной доски, делали интересные изделия с пропилами, с каннелюрами. Но самая интересная идея родилась на одном из объектов нашего строительного отдела. Именно наша бригада специалистов придумала и ввела в эксплуатацию интересное решение напольных плинтусов из дерева для стыков бревенчатых стен и полов. По восторгу заказчика стало понятно, что изделие будет востребовано. И уже на следующем объекте мы повторили это решение, установив новую модель напольного плинтуса по всему дому. Результат. Снова улыбки на лицах наших заказчиков, да и нам самим. Наше решение пришлось по вкусу. Однако, изготовить на объекте такие финишные штуки оказалось достаточно сложно. И тут на помощь пришел наш руководитель столярного производства Шерстнев Алексей. Страна должна знать своих героев в лицо. И разработал целую линейку напольных плинтусов для бревенчатого дома. Из сосны, из лиственницы, шпанированные из ясеня, шпанированные из дуба. Итак, если у вас дом из бревна и вы ищете напольный плинтус, то наша компания для вас будет очень и очень полезна. А если у меня дом из клееного бруса, спросите вы, то для вас мы также изготовили плинтус, который вас порадует. С вами была Лесобаза РФ, мы для вас придумаем любые интересные решения, обращайтесь.